Что может заставить человека выйти в метель и хладнокровно убивать? Этого мне не понять. Вы даже не представляете, на что способны люди. Становится интереснее, правда? Восьмой фильм Квентина Тарантино. Еще одно место есть? Все это я буду места раздавать. Любит помогать ближнему, а да? Да не особо. Ни в жизни соглашусь ночевать под одной крышей с теми, кого я не знаю. Ну и кто вы? Охотник за головами. Вешатель. Конфедерат. Шериф. Мексиканец. Карлик. Ковбой. Пленница. Так, народ, внимание. Я везу ее на виселицу. Награда 10 тысяч долларов. Эти деньги мои, парни. Как интересно. Да. Никому нельзя доверять. Думаешь, я в сговоре с этим типом или с ней? В том-то и беда, я не знаю. Все омерзительны. Кто-то из нас убьет здесь всех до одного. Вот это другое дело. Давайте успокоимся. Как следует успокоимся. Смотрите на Рождество. Когда попадешь в ад, передай, что тебя Дейзи прислала. Я тебя прикончу! Омерзительная восьмерка. А никто не говорил, что будет легко. Но никто не говорил, что должно быть тяжело. Проведите праздники в кругу омерзительных людей. Смотрите в широком формате Ultra Panavision 70.